Добрый день. Добрый день. И мы хотим немножко рассказать про курс «Отношения. Родовое наследие», который вот совсем скоро стартует у нас уже во вторник с 20 апреля. И будет проходить 3 дня по вечерам 20, 21, 22 апреля с 19 до 22 часов. И когда человек слышит название «Отношения. Родовое наследие», ему очень хочется сразу представить такой сугубо психологический подход, где мы будем разбирать влияние папы, мамы, дедушки, бабушки, прадедушки, как формировалась жизнь, ну и какие-то незначительные приемы, которые на сегодняшний день приняты на аналогичных семинарах, потому что название на самом деле очень скромное. Так вот, господа, мы вас немножко разочаруем. Этого всего не будет на этом курсе. Курс «Отношения. Родовое наследие» по глубине феноменально глубокий. Так уж получилось, что предыдущую программу, которую мы обещали повторить, мы не сможем повторить ввиду ее простоты. А этот курс будет на порядок глубже. И в первую очередь мы его рекомендуем тем, у кого есть проблемы с детьми. Причем это не обязательно дети-аутисты. Есть проблемы с детьми. Есть проблемы, которые вас тревожат, вам мешают, вы хотите их изменить. Точно так же, когда есть проблемы в отношениях. В отношениях с мужчинами, в отношениях в семьях, в отношениях, в отношениях, в отношениях. Да? Есть проблемы по половому признаку. Да, то есть вы это в себе замечаете, чувствуете, не знаете, что с этим делать. Вот это обучающая программа для вас, потому что это практические погружения с изменением и с проживанием на собственном опыте. То есть мы будем помогать вам работать с собой и объяснять, что и зачем мы делаем. А погружения у нас будут очень глубинные. Мы действительно уйдем в прошлую жизнь, мы действительно будем перезаписывать перетекание сознания. Мы будем работать с теми вещами, о которых даже не принято в социуме говорить вслух. А в данном случае мы будем работать абсолютно практически. Для чего? Для того, чтобы изменить готовые сюжетные линии автоматические, которые вы на автопилоте проживаете в жизни и вообще даже не задумываетесь, почему это случается с вами. Почему вот вам надо страдать, почему возникает то или иное заболевание, почему развод. Вот ума такой, вместо того, чтобы задать вопрос «зачем?», а еще лучше «как это убрать?», «как это заменить на состояние, когда я счастлив, когда я любим, когда я благодарен?» Кому? Самому себе для начала. И когда я говорю «самому себе», очень многие спросят, а за что мне себя благодарить? Это, кстати, я здесь, да? Да, это очень распространенный вопрос, когда говоришь «поблагодари себя за эту историю», человек говорит «а я тут при чем?». А на самом деле вы создаете эти истории, вы их проживаете, вы их осознаете, вы сам себе режиссер. И вот эти моменты режиссуры, глубиннейшие режиссуры, когда вы создавали эту жизнь, когда вы создавали свое тело, когда вы создавали свои сюжеты, закладывали их в жизнь, вы будете на этом курсе пересоздавать. На самом деле глубиннейшая из работ предполагает очень глубокие погружения, очень глубокие осознавания, достаточно глубинную, еще не передаваемую до этого базу теоретическую, это все будет на курсе. Более того, вот первый день, когда вы отработаете себя и увидите, какое прояснение сознания после этого наступает, следующий момент будет, это отношения, это второй день, когда вы будете сами осознанно их в своей жизни рассматривать, расценивать, менять и так далее. То есть появится глубинный взгляд, зачем вам то или это. И третий день мы уйдем к практической работе, у вас будет возможность натренироваться. Вот все, что вы делали на курсе, взять другого человека и все то же самое сделать с другим человеком, например, со своим ребенком. Потому что вы уже будете осознавать, для чего он приходил с тем или иным заболеванием, зачем он пришел в жизнь, как это все происходит, каким образом влияют настройки, как это все можно изменить. Поэтому курс действительно шикарный, курс действительно полезный. Это курс, который полностью меняет вашу жизнь и дает вам новую точку старта. Это выход из тюрьмы на волю, когда вы выходите, можете вздохнуть полной грудью и сказать: «Я свободен, я счастлив,
Я сам отвечаю за свою жизнь. Я сам беру ответственность за то, что я создаю. И я создаю с этого дня осознанно. Вот это курс. Абсолютно практически, абсолютно. То есть это тот курс, который не просто осознается, это тот курс, хотя звучит смешно, да, просто осознается вообще. Для нашего социума это звучит очень смешно. Вот. Это курс, который действительно помогает стартовать в новую жизнь осознанно. И эта новая жизнь, чтобы была счастливой. Просто счастливой. Нам ведь всем надо в этой жизни просто счастье. Курс очень красивый, действительно красивый. И курс, как мне кажется, даст возможность осознанно, именно осознанно вернуть ответственность себе. За свою жизнь. За свою жизнь. За своих детей. И помочь проснуться вашему ребенку. Да. То есть вы уже сможете двигаться не только вот, работая с собой, а в данном случае работая со своими близкими. До встречи 20-22 апреля с 19 часов до 22 с платформы Subrition.com. Абсолютно новые подходы к глубинным темам, подходы инфодайвинга, подходы в парасомнамбулических состояниях. По сути дела, все, что мы делаем, вы сможете попробовать прожить на себе, осознать, прочувствовать. И понять, насколько это все эффективно, глубоко, качественно и эффективно. До встречи. До встречи.